Блять, что придумать-то? А! Всем привет! У меня для вас срочные и шокирующие новости, которые стали известны буквально сегодня. Сериал «Флэш» не будет продлен на новый сезон. Четвертый станет финальной точкой в истории Алого Спидстера. Как заявил новый исполнительный продюсер сериала Эдди Тоун, связано это с тем, что после провала «Лиги справедливости» Эзра Миллер был рекастнут на Гранта Гастина в сольный фильм о Флэше в DC Extended Universe, который должен будет выйти на экран примерно в следующей эпохе человечества. История Барри Аллена будет завершена логически, без возможности его возвращения в сериалы. Но не переживайте, за историей команды Флэша мы сможем продолжать следить в новом сериале под названием «Флэш 2», который будет повествовать о похождениях нового спидстера Централ Сити Айрис Уэст Аллен. Главным злодеем первого сезона должен будет выступить, по слухам, Эдди Тоун, который сыграет все возможных противников для каждой серии. Как говорят инсайдеры с комментов под реакциями на Флэша, его мотивы будут заключаться в том, чтобы поднять рейтинги сериала на небывалую высоту своим присутствием, а потом уйти без объяснений со скандалом из сериала, из-за чего он сразу же загнется. Но и это не все. Также был анонсирован спин-офф под названием «Сиська и длинный», где главными героями выступят Циско Рамон и Ральф Дибни, которые будут путешествовать по землям в поисках новых Уэллсов, чтобы ебать им мозг. За разработку новых сериалов отвечают канал CW и Public Z, который обещал предоставить сценаристам высококачественный юмор, чтобы подвинуть сериал Готэм. Вот такие вот дела. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых новостей. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Хотя не надо их оставлять, я вас, блять, наебал с 1 апреля.